Всем привет, дорогие подписчички, с вами Рязан, и я хотел поиграть в Clicker Hero в Steam, вот, но совсем случайно наткнулся на вот эту вот игрушку, где вы видите красивых анимешных девчонок с большими глазами. Так вот, эта игра называется Sakura Heroes, что ж, я покликаю, посмотрю на все это дело, посмотрю, в общем. Ну и что тут у нас есть? Можно настраивать волосы. Серьезно? Да, можно настраивать волосы. Можно настраивать длину волос. Я так понимаю, это наша главная героиня. Ага, а все остальное нужно покупать. Супер. Так, что это такое? Типа, можно ушки сделать. Вот, смотрите, можно сделать и глаза. Не, типа няшка кошачья. С грустными глазами или с такими, типа... С довольными. Или, типа, она раскрыла рот. Или что-то задумала. В общем, тут есть над чем поизвращаться. Вот. Так, ладно, хватит. И... Что это такое? Ого. Все за реал надо покупать или нет? Это типа... Угу. Все это мы будем покупать. Ну ладно. Окей. Так. А шмоточки, кстати, есть. Смотрите. На школьную форму. Кстати, я зашел в игру. Посмотрел. Все это дело стоит... по 29 рублей. Вообще все шмотки из игры выйдут вам в... выйдут вам где-то в 200 рублей. Вот, все, что здесь есть из DLC. Ну, а так-то игра бесплатная. Ну, в общем, ребята, вы поняли, какие здесь есть одежки. Все это реально выйдет 200 рублей. Но я не настолько больной, чтобы тратить свои деньги на это дерьмо. Поэтому мы сделаем из нее латиночку такую вот. Давайте уже начнем нажимать на кнопочки, ведь это основная задача. Кстати, чуть появилось. Смотрите, плюс 5 голды. Прикольно, можно нажимать. Появляется 5 голды. Так, короче. Ой. А, она исчезла и появилась новая сисястая баба. Тут без разницы, куда нажимать. И, кстати, надо собирать монетки. Смотрите, теперь бью медведя. Господи, у меня сейчас шишка встанет. Давайте так стонать. Вот этот стих мне очень нравится. Ой, какая-то она бурзая. Господи, в эту игру невозможно играть мужикам. Мне кажется, это новый уровень игр вот этих вот наподобие Clicker Heroes. Так, если нажать на нос. Недовольна. Да, а если сюда? Ладно, детки, я вас учу всякому плохому, это плохо. Так, здоровье-то увеличивается. А, это босс. О, сколько монеток, смотрите. Нифига себе. Еще плюс 10 голды. Я побеждаю их. О, смотрите, новая. Собака. Кстати, вот это вот оружие, которое здесь, оно тоже бесполезное какое-то. Ну ладно, давайте. В общем, нажимаем мы. Пока что все те же няшки. Хватит стонать, так. Не, ну вообще, в эту игру можно так поиграть, расслабиться, послушать эти стоны. Пока что очень легко. Мне кажется, сделали специально эту игру такой легкой, чтобы... Можно было заниматься двумя делами сразу. Играть в эту игру и медитировать. Ребята, я могу просто нифига не делать и слушать эти божественные звуки. Сколько вот сюда нажимать? Ой, сколько монет. Так, так. Не буду повторять ошибок Clicker Heroes, буду качать клики. У них кого-то из сисек попадают монетки, смотрите. Пим. О, нажмем. Главное, чтобы YouTube за это не забанил. Я поставлю специально 18+. О, смотрите. Так, сколько я могу максимум монеток на экране сейчас себе сделать? Смотрите. Больше, больше монеток. Вау. Теперь окупаюсь с них. Так, теперь мне хватает... Ой! Ее кто-то испачкал в грязи. Так, дай. Мы еще одну купили.
кто очень быстро босс кончился и снился экран. Боже, и мне реально ничего не надо делать. Ну просто слушать эти стоны и смотреть на картинки. Все. Собирайте штучки. Кстати, говорят, что в этой игре есть карточки Стима, так что есть смысл в нее поиграть. Учить карточки. Вот эту вот грязную. Какая она напряженная, так? Нужно больше. Я не могу это слушать. У меня уже мысли не работают. Так вот, нужно больше собирать золотишко. Еще больше. 688 надо. Так, я все жду, когда появятся новые какие-то враги. А пока что все те же, только с разными лицами. Есть толстенькие, есть худенькие, есть с огромными сисяндрами, есть с огромными сисяндрами. И да, с огромными сисяндрами и в грязи. То есть, ничего нового, в принципе. Если девушка увидит, как я буду в это играть, она меня убьет. Так что, ребята, осторожнее играйте в это дерьмо. Как же быстро все тратится, смотрите. Вау. Кстати, у меня есть лайфхак. У меня же мышка с тремя нажатиями. Смотрите, я забыл. Оп. Это реально работает. Можно апать клики спокойно, смотрите. Фига себе цены. Обалдеть. Вот, смотрите. Просто я нереально быстро их убиваю. Так, новые девчонки появляются, как всегда. И у нас ночь на дворе. Ребят, вы еще здесь? Вы не начали там уже натирать свои боеприпасы? Ой, это было странно. О, вот это новая точка. Босса легко развалил. Интересно, сколько здесь видов этих девак? Надо было побольше сделать, чтобы игра была интереснее, понятное дело. Давайте попробуем накопить вот на эту штукенцию. Кайо, как-то так. Так, собираем. Я теперь забуду, как настоящие девушки стонут из-за этой игры. Отвечать. Понятное дело, нам нужно апаться. Так, это босс. Тут уже надо нажимать по-любому. Уже первая проблемка была. Так, мы теперь в доме. Интересно, куда же мы попадем в итоге? Какая вам девушка больше всего понравилась? Пишите в комменты. Ну, вот дракон реально классный. Биг дракон. Ну, я вижу, что это биг дракон. Мне вот это вот нравится. Йоу, собираемся, эти штукенцы. О. Обалдеть, сколько денег! Меня засыпали всего! Так, я хочу вот это купить. Почти. Я хочу дойти до первых боссов, которые будут миллионники. Даже когда у них будет десяток миллионов жизней. О, здоровый медведь. На тебе по сиськам. На. Все, она кончила. О, фея появилась первый раз. Не так долго это было, но мы ее увидели, смотрите. Феечка-то красивая, да. Кстати, не вижу смысла менять вот эту вот бабу, которая здесь стоит. Это типа мы, да? Вот, когда вся прелесть этой игры в этих врагах, скажем так. What the fuck? Вы посмотрите на это! Что сейчас происходит, боже мой? Я, наверное, сорвал какой-то мега-куш. Или что-то типа того. Твою же мать! Это было нечто. Так, локация изменилась. Вот, это было реально что-то жесткое. Собрал столько монеток. Кстати, вы видите, что я прокачал себе урон с кликов. Просто до нереального числа. Кстати, и мобы пошли очень сильные. Так. Чтобы нам вкачать такого. Ну, я хочу вкачать.
Давай послушаем их. Ури-ури! Панда появилась. Посмотрите, какая няшная панда. Она недовольна, что ее убили. Понятное дело. Игра очень легкая в сравнении с Clicker Heroes. Тогда уже через 20 минут уже начались у меня небольшие проблемы, что я неправильно раскачивался. А сейчас это просто нереально легко. Я думаю, будут комментарии по типу «было сложно, но я подрочил». Или типа «аниме говно». Понятное дело. Ну, я думаю, игрушка вам понравится. Ребята, если вам совсем делать нехрен, так же, как и мне, заходите и наслаждаетесь. Ночи по глазу. По щечкам. А это и по тому самому месту. О, вот он. У-ху! Твою ж мать, это жесть. Сколько денег? Всегда буду. О, смотрите, растение. Вот теперь это точно ядовитый плющ. Вот что-то новенькое появилось. И все так же продолжаю на них нажимать. Так, следующее улучшение идет Каруи на 1 миллиард. Жесть. Просто жесть. Вот это мне очень нравится. Да все нравятся, конечно же, они все классно нарисованы. Но я бы хотел больше, еще больше. Вот. Так, босс на 4... Так, босс на 4 миллиарда разваливается вообще на изичек. Получай. О, пещера. Короче, ребята, такая вот игра под названием Sakura Clicker. Ну, если вам нравятся анимешки, если вам нравятся такие вот стоны, я думаю, можно было бы вам поиграть в эту игру. Вот, но главное, держите руки на столе, да. В общем, моя задача была вам показать ее, да, и сам хотел поиграть, посмотреть, что это за дерьмо такое. Так, кошка уже в какой-то вообще специальной форме. Ну, в общем, я показал вам, вы поняли смысл этой игры, обычный кликер. Как раскачиваться, думаю, сами разберетесь. Ну, моя раскачка, в принципе, довольно-таки эффективная. Смотрите. Реально работает. Итак, босс 498 не знаю, миллиардов или что это такое. Быстренько ее лупим. Да, очень легко. Супер. Ладно, ребята, спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ну и самое главное, это любите, играйте, выиграйте. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Ням-ням. Ням-ням.